В Минобразовании Чувашии обсудили вопросы безопасности дорожного движения при перевозках детей автобусами. Кроме того, речь шла и о порядке лицензирования этой деятельности, поскольку недавно вступило в силу соответствующее постановление правительства России. Сегодня в Чувашии курсируют почти 350, и большая их часть используется для доставки детей к базовым школам. В общей сложности около 12 тысяч юных пассажиров ежедневно пользуются их услугами. Все автобусы отвечают необходимым требованиям, предъявляемым к специализированному транспорту для перевозки детей, оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками.